Друзья, всем привет! И у меня к вам сегодня спонтанное видео из фикс-прайса. Ох, зашла, собственно, мне нужен был, как он называется, этот лункоделатель. Ну, в общем, их у нас нету, такой совок, который делает лунки. Но у нас нету, вообще непонятно, разобрали или в принципе нету, поэтому... В общем, увидела, давайте начну, наверное, вот, увидела вот это удобрение. Буквально на днях смотрела какой-то огородный канал, и там очень рекомендовали, просто сказали, увидите, берите все, что есть. У нас было 3 штуки, и я, собственно, их все взяла. Оно стоит 50 рублей. Ну, у нас только универсальное было, но там еще есть какое-то цветочное, что-то такое. В общем, обратите внимание, что вот здесь вот эмблемка «Чудо плодородия», оно называется. Вот. Я взяла 3 универсальных, но, повторюсь, у нас было только такое, поэтому взяла только такое. Кстати, на кассе мне дали такую листовочку, можно получить Sunlight бесплатное украшение. Вот. Для этого надо чек сохранить. Еще взяла там растения. Выбрать, конечно, было сложно. Кстати, растение стоило 199 рублей. Так, сейчас давайте его распакуем, потому что у меня прямо душа кровью обливается, что оно там закупоренное в полиэтилене. Я, конечно, выбирала, чтобы росточки были более-менее живые, потому что там вообще, в принципе, выбрать особо нечего. Я взяла жимолость гекрота, как-то так называется, вьющаяся, цветущая розовыми цветочками. Вот. Очень много каких-то... кустарников, написано кустарник декоративный, без названия, без картинки. Вот. Ну, мне вот этот понравился, их было 2, но второй был какой-то уже сухой и такой подвялый. Вот здесь вот видно, что более-менее свежие почки. Вот, поэтому я взяла этот, пересажу его в другой горшок. И у нас будет вьющееся цветущее растение. Вот. Кстати, я думала, что стоит где-то рублей 99, но было 199. Так что обращайте внимание, потому что, да, садовое растение 199 рублей. И, как обычно, взяла коробочки. 2 штуки. Планирую... немножко перестройку сделать в рабочей комнате уже, потому что, ну, пора, ну, сколько можно уже ремонтом заниматься, вот. И внутри у меня здесь небольшие покупки, буквально рядом забежала в хозяйственные, нужны были скобки, по-моему, 60 рублей стоили. Потом увидела по акции распродажи, наверное, уже после Пасхи, вот такая вот формочка, я думаю, знакома всем, 50 рублей. Ну и, соответственно, как я могла без семян-то уйти? В итоге я взяла примулу бархатную и 2 незабудки, голубую и разноцветную. Вот, ну как? Как без семян? Семян, конечно, у меня полно, но это я буду в этом году сажать, скорее всего, осенью. Незабудки в мае, а примулу осенью. Вот, в принципе, и все. Все мои фикс-прайсовские покупки. Как-то вот так вот скромненько, но самое нужное. Повторюсь, вот это удобрение, оно здесь на основе сапропели. Сапропели – это речной ил, по-моему. Очень классная штука. Просто у нас есть на даче участки, у кого рядом... участок с рекой, у них вообще с этим проблем нету. А у нас вот как раз недостаток такого плана удобрения. И, конечно, я попробую, но я верю, что оно супер-пупер. Буду в этом году проверять на садовых цветах, овощных и ягодных культурах. Вот. Но оно подходит и для комнатных растений, поэтому
Советую тоже попробовать, очень хвалит народ. Так что подписывайтесь, ставьте пальчики вверх и увидимся в следующих видео. Пока-пока!